В результате конкурсного отбора в 2019 году, благодаря поддержке Минкульта из федерального бюджета, бюджету Вологодской области, выделены средства на проведение ремонтных работ 10 учреждений и одно строительство одного культурно-досугового учреждения в сельской местности. Общая сумма средств 17 миллионов рублей. При уровне софинансирования 77% федеральный бюджет, 23% бюджет региона. Кроме мероприятий, связанных со стройкой и реконструкцией, комплексно реализуется программа «Сельский дом культуры», направленная на модернизацию материально-технической базы сельских клубов и домов культуры. И по состоянию на сегодняшний день, на 22 июля, по проекту «Сельский дом культуры». По двум объектам ремонтные работы завершены. Это Троицкий сельский дом культуры структурного подразделения Троицкое, Ускубинский район, и Еремеевский дом культуры, как подразделение централизованной клубной системы Шекснинского муниципального района. То есть сегодня можно говорить о том, что из всех 26 объектов по проекту «Сельский дом культуры» два уже фактически введены в действие, на всех остальных продолжаются ремонтные работы. Контракты заключены в соответствии с законодательством. До 1 сентября текущего года планируется завершение всех ремонтных работ на проекте «Сельский дом культуры». Период с июля по сентябрь точно так же, значит, в рамках национального проекта по инициативе губернатора региона реализуется проект «Культурный экспресс». Первый этап его завершен, когда творческие коллективы государственных учреждений культуры принимают участие и показывают свои программы на площадках сельских территорий.